В Балашихе состоялся региональный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». Участие приняли 30 команд. Участники сдавали бег на 60, 1500 и 2000 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, подтягивание на высокой перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, метание мяча. Люберцы представили ученики гимназии номер 16, 12, 44, 18 лингвистической школы и школы номер 53. По итогам фестиваля люберецкая команда стала бронзовым призером региона.